Какой там бархатный путь, ужас, конечно. Да? Стоп, стоп, кран нажимай. Москва и Евпатория прибывает. Ой, я так уже переволновалась, ну а невозможно, чего? Невозможно. Здрасте. Привет. А я вот снимаю вас. Да. Как добрались? Ой, да нормально. Ну поезд ужасный, конечно, ну так чего? Он дергал. Такие да? Тормоза тебя с грохотом. Так почему-то мотало. А здесь не это стучало? Невозможно. А? Здесь не стучали колеса? Колеса, бог мой. Нет, какой там бархатный путь, ужас, конечно. Да? Не, ну здесь-то должен быть нормальный. Пошли. Ну здесь, ой, а все равно здесь вот так тормознул, а грохот стоит. Ну это от этих зависит. Наверное. От машиниста. Вот в Череповецком поезде. Кого он везет, картошку или пассажир? У нас когда, если водитель плохо ведет, вот там автобус или что, ну что такое, дрова что ли ты везешь? Мы как-то быстро выскочили с вагона. Он только остановился, а уже вот возле девятого. А я не люблю пережидать всех. Я уже заранее иду в тамбур. Всегда. Хотя у меня было последнее купе место. Ну что, в купе много народу было? Ну, целый вагон. От Москвы много свободных было. Вторые полки были свободны. Ну, по дороге подсаживаются, да? Да. Особенно начиная с Ростова. Из Ростова в Краснодаре. Ну, там много садилось, да? Да, там много. Ой. Ну как, на самолете лучше или на поезде? Вы в прошлом году на самолете прилетали? Да, в том году на самолете. Ну, на самолете ничего. На самолете 2 часа и дома. Да, ничего не видела, кроме неба. А здесь можно подумать, да. Что-то вы видели. А здесь я люблю смотреть по сторонам. Окошко? Да. Хотя женщина была такая тоже, рядом сидела, разговорчивая. Мы с ней очень много говорили. А интернет как? Ой, плохо в поезде. Плохой, да? Плохо в поезде. А в поезде вообще был или вы своим с телефона пользовались? С телефона. Только на телефоне. А там не было Wi-Fi, да? Нет. Только вот на крупных станциях.
можно было что-то посмотреть, почитать, написать, может быть. Посмотрите, народу много здесь вышло. Ой, я говорю, вот когда подъехали, проснулась я 6:30 сегодня. Ага. Да. Виноградники, уж такие виноградники там, такие поля виноградника. Ну вот. И когда уже Вышнестеблиевскую вот как раз проезжали, потом вот уже была эта пассажирская. А что, безбилетников не берете? Вон они как хотят. Ой. И вот у меня началось это волнение внутри. Вот почему так у меня всегда, ну такое волнение, аж щеки разгорелись. По мосту как? Смотрели в окошко? А как же? Да? Видео попробовала, ну что-то там намешало очень все. Быстро ехал по мосту, да? Быстро, да. Арку, все это. Ну, на видео так. Я же не умею поставить медленнее или не медленнее. Ничего это я не умею. Я всегда говорю, я такая большая неумеха в этих делах. А что, Игорь? Ведь там. Все, погнал. 89 лет влезло. Ой, 79. Опоздал. Да. Сейчас. Ой. Стоп, кран надо уже. Иди туда, вон дверь. Вон дверь открыта. Ой, уже не отбирается. А, вон его возьмут все. Ой, давай скорее. Запрыгивай. Ой, давай. Остановитесь. Стоп, кран отжимай. Отстал от поезда, стоп-кран рвали. Вот люди какие. Где он хер его носил? Да, куда вот ходил, бегал на этой станции. 5 минут стоял. Здесь, видите, надо будет на 2 перехода. На один, на второй. Ничего себе. Сейчас. Да, сейчас пойдем. Сейчас я его путь сниму. Снимаем. Пошли? Нужно идти, да? Конечно. Это мы с вами немножко сэкономили. Через путя перескочили. Ой,
А лифты неизвестны, когда их тут сделают еще. А вы там на каком этаже живете? А я не на этаже. А, у вас свой дом там, да? Не свой. Чужой, да? Сейчас я скажу, какой. Этот домик, когда строили металлургический завод, ага. Его же строили в начале 20 века. Да, давно. 1905 год. И вот эти домики были для инженерного состава. Вот. Ведомственный. А? Ведомственный. Да, да. А потом вот заселяли таких простых людей. Понятно. Вот. Вон так. Ну, типа бараков, так бы можно сказать. Ага. Саша, посадите еще. Два входа с одной улицы и два входа с параллельной улицы. Ага. Ну, то есть это, да, я понял, какие. Да. Там несколько домов таких. И так и осталось, да? Да. Участочек небольшой там. Почему сестра моя, она сначала в пятиэтажке жила, а потом она поменяла пятиэтажку. Вот. О, видите, как здесь хорошо, плитка кончается и щебенка. Не говорите. Вы на колесиках как бы катили. Вот они. Ночью все, весь, всю ночь лила. А вчера? Вчера и Саши Михеева был ролик, что вторая половина дня вчера. Ливни, грозы, грады. Вот здесь давайте.